А звертаються до вас політики за підтримкою? Звісно, звертаються. Мама – чоловік дуже складний. А малий середній бізнес залишається поза бортом? У мене зжимали завод в Москві. Я мені обов'язково подобається. Також ви хотіли, принаймні, створити біогазовий завод? Упав і вирубився. Какой там думати? В яких ресторанах ви працювали? Єдиний спосіб, щоб жінка була твоєю, був для неї найкращим чоловіком. Взагалі, все, що ми робимо, це ради жінки. Чесне слово для нього – не порожній звук, а його бізнес-партнери говорять, що з ним працювати надійніше, аніж будь-які банківські гарантії. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Кандидат економічних наук, бізнесмен Сергій Тарасов. Вітаю вас. Як настрій сьогодні? Дуже добре, як завжди. Сергію, я перш за все хочу вас привітати з тим, що ви вже почесний консул Литви, так, консульства Литви. У нас воно так відкрилось торжественно. Чому саме Литва? Дякую за вітання. Чому саме Литва? Ну так сталося, що в мене там дружні стосунки з політиками, з бізнесменами. Ну, був випадок один, де мені треба було вся моя група, ми їхали там, захід був. 30 років незалежності Литви, це 14-й рік. От був такий захід у них, і я був спонсором, попросив мій друг. Тоді він був євродепутатом, очолював комітет іноземних справ. Еммануель Зінгеріс такий. Да, і я там був спонсором. Така собі співпраця там, була. Так, да, і там поїхала з Оксаною Білозір, ми разом там. От. І треба було зробити терміново візу, ще без візи не було. І їхала зі мною мій прес-секретар, оператор, помічники. Да, і я запросив ще і Стрижакова. Це ваш друг? Ну, ні, в мене друзів не так багато. Сказати друг, товариш може бути. Друзів у мене так багато і дуже мало. І... Друг – це дуже громко. Це, я, якщо можна, на російську перейду, мені так було зручніше. Так, так, звичайно, так. Друг – це, як кажуть, состояние круглосуточне. Сказати, що я круглі сутки думаю о Стрижакові – ні. А багато друзів? Дуже мало, я ж кажу, що друзів не буває багато. Добре, до Литви повернемось. Повернемось до Литви. І треба було за якийсь там півдня зробити візи. Угу. Я познайомився з колишнім консулом. Да, і після цього заходу він був дуже гучний. Ну, насправді там... От. І там я познався з батьма політиками, потім у мене були бізнес-зустрічі, потім я їхав з делегаціями там, до бізнесменів. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, проблеми з мінеральними добривами. Да. На той час вже був створений перший український кооператив. До речі, я дав назву «Пуск», так називаємий. Старт. Да. Ну, це по-українськи старт. Перший український сільськогосподарський кооператив «Пуск». Да, якщо взяти. Да, ми поїхали. І потім би запропонували, оскільки я вже, мета яка у консульства? Це налагодження більшої співпраці в культурних і економічних напрямках між країнами. Ну, сподіваємось, що з Литвою ми і так, в принципі, маємо гарні стосунки. У нас гарні стосунки. Так. Литва якраз була председательствувала в Європарламенті. Ідея європейського партнерства – це була литовська ідея. Як мені розповідав Еммануеліс. І багато чому ми зобов'язані саме в Литві. В тому, що у нас от європейський напрямок розвитку. Ну, я бажаю лише підтримувати цей напрямок, ці зв'язки, співпрацю, аби у вас все вдалося дійсно. Дякую.
Хочу продовжити таким найактуальнішим питанням ринком землі, дивлячись на те, що ви керівник агрохолдингу і, наприклад, ваш старший син, він народний депутат саме в комітеті з агропромислового комплексу, так, розвитку. Так. Ви підтримуєте, ви вважаєте, що це правильне було рішення, те, що парламент все ж таки проголосував? Я вважаю, що це така реформа, така полуреформа, реформа, така кастрирована, що називається. Да, 100 гектар в одні руки, отсрочки всі. Вона була раніше ще приймати, тому що на самом деле у нас розвит тіньовий ринок. Ринок не дозволяє, відсутствие ринку не дозволяє привлекати інвестиції довгострочні. На орендованные земли инвестор не даст денег. Ну, вот. Але и те, если що... учесть, что у нас юг Кировоградская область, вся Херсонская, Запорожская, Николаевская, Одесская находятся там, где нехватка влаги, и говорить вот этот миф о какой-то родючести, где нет осадков, понимаете, вот, туда нужны инвестиции и долгосрочные. Тобто ви підтримуєте те, що в комплексі проголосували? Я двома руками за, я робив все для цього ринку. І, да, от, і єдине, що проти іноземного капіталу, да, я, мабуть, да, не потрібно на цьому етапі, щоб були тут іноземці. Оскільки дійсно багато причин, на них не буду зупинятися. Да, вот. Ну, коли виставлені бар'єри жорсткі проти іноземців, я не понимаю, почему не принимается рынок. Здесь очень много политики. И иногда слушаешь, и человек, который занимается сельским хозяйством и имеет хоть какие-то мозги, понимает, что это просто политика. Да, что там и хоронить не будет, где вы слышали, да помните. И там придут, отнимут, еще чего-то. Там, ну, чистая профанация. Ну, да. Тем не менее, процесс запущено. Сподеваемо, ну, хоть такое лучше, чем никакой. Это начало. А, еще что, кадастр. Ну, я вас уверяю, что кадастр, если мы возьмем и наложим все земли, которые касаются распаеванные земли, он, если там есть какие-то там недочеты, они настолько незначительны, что они никак не сыграют на рынке. И каждый год рассказывают одно и то же на протяжении всего этого времени, что еще не готовы те законы, не готовы те. Ну, вот есть год, принимайте. Это как бы вот мы... Ні для кого не секрет, що ви визнані одним з найкращих агробізнесменів. У вас дійсно багато землі, скажімо так, якою ви займаєтесь професійно. І у вас з дитинства було завжди бажання бути самостійною людиною. Ваша цитата. «Я із небагатої сім'ї, і це обстоятельство підстегувало, щоб упорно йти к своїй цілі». Що саме вас спонукало? Що вам не вистачало, можливо, в дитинстві? Там мне всего не выстачало. Я действительно из небогатой семьи, мозг бедный. Мой папа умер, мне было 16 лет. Брату 12 лет, мама 90 рублей зарплата. И я понимал, что мне нет кого чего-то ждать. Я всю жизнь, я сам себе говорил, что бедность унизительна. Ничего хорошего бедность нет, с бедностью надо бороться. И каждый должен делать своими руками. Я и сейчас это говорю. Что делайте что-нибудь, но делайте. Да, поэтому... Я работал на разных работах. Не только платили, я, любая работа, единственное, чего я не делал, это я не воровал. Да, то есть, и у меня было, я не знаю, было на трех работах, и еще учиться успевал. То есть, и это, в принципе, вот такой ритм жизни меня подстегнул уже потом, когда уже у меня денег было достаточно. Да, там, ну, как бы, земли много. Много только болезней бывает. А земли и денег – это инструменты. Да, чем больше, тем лучше, тем ты влиятельнее, тем ты более защищен, тем ты больше можешь сделать пользу для себя и для общества. Вот, поэтому... Кем працювала ваша мати? Мама работала простой рабочей на складе, база, как она называлась там, да, там было много дефицитов, но купить было нереально, потому что не было денег. А от пам'ятаєте, коли да. У вас з'явились гроші, ну, повноцінні, скажімо так. Чим ви, можливо, віддячили мамі? Чи ви щось їй купили таке, щоб показати мамі? Нарешті ми можемо собі це дозволити. Мама – чоловік дуже складний. В принципі, ми схожі дуже. Вона мені родила навіть в свій день народження. Ух ти. Вона теж скорпіон.
Вот. И с мамой всегда было непросто. Вот сейчас она болеет, она после инсульта. У нее там в нон-стопе работают люди. Она ни в чем не нуждается. Вот. А так, помощь брать особо, там, у меня так вот, да, было. А батька чому не стало в такому ранньому віці? Інфаркт. Інфаркт. Як ви пережили той момент? Ну, як ребенок 16 років, ну, вже можна сказати, так, полуребенок. Ну, звісно, сложно. Тобто, у мене був вопрос, як жити далі, тому що отець був єдиним чоловіком, який мог дати совет. І добичик, да. Мабуть. Ну, і да, зарабатував він був. Знаю, що ви точно не жалкуєте, що присвятили час навчанню в музичній школі. Про це ми ще поговоримо з вами. Але, тим не менш, ви присвятили такий досить вагомий етап в своєму житті. Роботі в ресторанах, граючи, так? Заробляючи на життя музикою. Так, це цікавий етап в житті. В яких ресторанах ви працювали? І взагалі, чи вистачало вам коштів, наприклад, працюючи в цій сфері? Чи ви отримували лише задоволення для себе? Ну, тоді музиканти були одні з найбезпечених людей. Тобто я вважав, що мені в житті вже нічого не потрібно. Я заробляв день стільки, скільки мама за місяць. Тобто, а якщо ще вчити, що там всякі халтури були, вот, и там и все что, да, то есть, плюс ресторан — это общение с разными людьми. То есть, представьте знаемство. Себе, что я, мне было, это был 80-й год, мне еще не было 19, 18 лет, я еще помню, закон вышел, с 19 только в ресторан начали пускать, это Андроповщина, если вы помните. А мне было 18, то есть, по сути дела, и швейцар был, такой дядя Вова у нас стоял там, это был вид починок ресторан. И он меня не пускал, я еще выглядел, я такой худенький был, маленький там. Да, сейчас я просто маленький, худенький еще. И вот он мне все время, я все время там пытался докричаться до метрдотеля, скажите, чтобы пустил. Да, то есть, все дело, да. То есть, и я пришел в коллектив, где люди, которым за 40. Там. Потом свои она, законы. Потом она, нет, это колоссальный, вообще, если это колоссальный жизненный опыт. Как я тогда говорил кому-то, я попал, хоть это и дно, но это дно золотое. То есть, вот как бы я поменял полностью, то есть, поскольку я говорил, что я уже был не бедный человек, иначе бы в ресторан не попал. Я говорил, что я там к какому-то изданию, я уже говорил, что я там занимался фарцовкой, и первые деньги заработал на фарцовке. Вот, поэтому электромузыкальными инструментами. А первый миллион, помните? Фильм помните? «Золотой теленок». No. Вот такой же чемодан достаешь, смотришь, миллион рублей, не знаешь, что с ними делать. То есть деньги теневые, тогда для себя сделал, это слабость. Ты уязвим. И нужно было, я тогда себе дал слово, все хватит, мне уже, у меня все есть. То есть у меня хорошая машина, там у меня там... Для комфорта в житии я все. Ну да, то есть по тем меркам тебе уже ничего в жизни не нужно, ты ничего не купишь. Бизнеса-то еще не было такого. Понимаете? И тогда вот... Я понял, что это все, я не туда двигаюсь. Я не туда иду. И нужен легальный бизнес. И только легальные деньги тебя делают тем человеком, где-то я уже повторюсь, но где-то вот состоятельный человек, который состоялся. И точно это не теневик, который там чего-то занимается какими-то. Вот как тогда были цеховики, помните? Вот точно сейчас там теневые миллионеры. Это, в общем-то, деньги, которые... Да, потом там, мы их слышим, там ограбили, там еще чего-то, там пятое, десятое. Тобто бизнес в 90-ті роки дуже відрізняється від того, що зараз відбувається. Это ж не 90-е годы. Это конец 80-х. Раніше, так. 80-е, да. Я говорю, вот ресторанный бизнес, это я же говорю, в 80-м году я попал в ресторан. И я мог выставить аппаратуру любой филармонии. Меня уже знали в стране, там я мог позвонить, там. Там надо там во дворце Олимпийском там помочь ребятам. Вот они там помогли. Там, или взять самый лучший инструмент был у меня в области. Я уже работал в ресторане «Киев». И первый полифонический синтезатор был у меня. Добре, якщо так все налагоджено було в цій сфері, чому все ж таки ви зупинились на агросфері? Кто вас наставил, подштовхнул? Это интересная история, когда те деньги, они уже были не деньгами. То есть для жизни денег достаточно было. Да, для бизнеса мало. То есть за эти деньги завод не купишь.
так скажу. Uh-huh. Понимаете? То есть, если взять советский период, вот кто вышел из советского периода, да, там, у кого-то было там, 10 тысяч долларов, у кого-то 20 тысяч долларов, колоссальные деньги, у кого-то 1000 долларов, ну и за 10, и за 1000, и за 20 завод не купишь. Так, так. Да. Вот. И, по-моему, Форбсу я говорил, что как я стал аграрием, интересная история, как один человек там мне вот сказал, чем заниматься. И допоміг цьому, я да? Уже, да, и помог. Это, я могу уже сказать, то это Миша Берковский, Царство ему небесное. Да, вот не знаю, почему он так ко мне хорошо относился, но он ехал там в Киев-Николаев часто, да, и через Кировоград, и как-то он говорит, да, так вот там что-то, вот чем ты занимаешься? Ну вот там, я там, то это он. Ты шустрый малый, говорит, а чем заниматься? Ты шустрый малый, говорит. Говорит, что у тебя под ногами? Это у тебя подсолнечника сколько там? Это Double J компания. И дал первые деньги. Это было 100 тысяч долларов. Вот. Вы не очікували, що він так до вас повернеться? Ну, от в житті, ви розумієте, ми думаємо, що все щось просто так відбувається. Я навіть не пам'ятаю. Це багато таких випадків. На кожному етапі житті, от у мене, десь у мене круто все поворачувалося, тільки благодаря тому, що хтось мені от рядом оказувався. Ну, це Божий промисел. Ну, ти зустрічаєш людину, от, казав, і твоя життя поворачується в іншу сторону. Ну, бачите, у вас в житті була така людина. А ви дозволяєте собі бути такою людиною і допомагати, якщо вам якийсь хлопчик чи парубок? Я допомагаю многим. Да, і як-то от у мене був случай один. Це коли ко мені обратились допомогти парню. Вот. Почему он запомнился, я вам расскажу. Это, да, потому что помог, забыл. Да, и... Один человек сказал, я говорю, чем я тебе помог? Ты там вот на сессии сказал, обо мне говорили плохо, я знаю, а ты депутат районного совета, у меня другое мнение об этом человеке. Вот вы мне помогли. Я говорю, чем я тебе помог? Я не помню. Главное, что я помню. И так я не сказал. Я до сих пор, я с ним общаюсь, я даже не знаю, где ему помог. Да. И другой случай, это в ресторане в Киеве я приехал. Миша Каменский, это он, сейчас он в Европарламенте, угу. Польша, в Сейме Польши вице-спикер. Тогда он был тоже депутат, это 2014 год, он был депутатом Европарламента от Польши. Вот я с ним приезжаю знакомиться, мы в ресторане, мой друг там был тогда народным депутатом, Володя Макиенко. Да. И сидит с ним парень. И Володя мне говорит, тут о тебе уже мы полчаса, когда пока они меня ждали, мы тут о тебе полчаса говорим, вот ты этому человеку как помог. А я запомнил, почему? Потому что меня Полищук попросил, в банке Альфа работал тогда, Виталий Васильевич, помочь кому-то студенту. Талантливый парень, и ни за что учиться, он сирота. И да, я говорю, ну я помню, да, там, в принципе, ну меня попросили Володя помочь, там, я тебе помог, оплатил твою учебу в Киеве. Она... И вот он это все говорит. Мне, конечно, было приятно. Я говорю, как я могу? Я говорю, найди 10 и помоги. Я уже считаю, что ты рассчитался. 10 человек. Найди и помоги им. И считай, что тоже ничего не должен никому. Да. И вот я, да, вот я вот это, да. Ну, не знаю, помог он, не помог. Я его больше после этого не видел. Он был замминистра уже в социальной политике. Uh-huh. Я даже фамилию сейчас не вспомню, молодой парень. Да. А у Миши он был помощником в Европарламенте. Так он вырос. Мені здається, ви допомагаєте, тому що, перш за все, ви пам'ятаєте, звідки ви самі. Коли ви бачите, що людина поривається, то, можливо, через це? Ні, ну це обов'язково. Якщо тобі хтось допоміг, то ну, як рахуватися? Більше того, я вам скажу, у вас є Владика Ясав на фотографії, я там мій друг. Да, я как-то, ми часто беседуємо на такі теми, чому так, я ему задаю вопрос. Да, он говорит, и он мне рассказал такую притчу, да, это библейская, что вот когда Господь один пришел благодарить, а он, да, десяти помог, да, пришел благодарить, Господь спросил, а где же девять? То есть ты не найдешь девять, если тебе кому-то помог. Поэтому помощь, она такая штука. Да, помог, забыл. Переглядаючи мережу интернет,
соцмережі, дуже багато видань. Ви, в принципі, публічно дуже рідко з'являєтесь. Навіть Forbes виявив вас як найнепублічнішого бізнесмена. Чому? Тому що я не шоумен, мені не потрібно це. Я не звезда. І ніколи до цього не стремився. У мене друга задача, другі цілі в житті були. Вот. И после того, как уже начали писать гадость, да, нужно было что-то говорить о себе, чтобы хоть как-то забить вот это в интернете, то, что обо мне пишут, то, что, там, скажем, мои оппоненты, мои недоброжелатели. Вот. Агробизнес. Сколько у вас зараз гектар? Больше 50. Ну, скільки людей? Для мене це не особо важливо, я особо там смотрю, сколько, що мені сьогодні ще там ушло. Зрозуміло, що ви собі працюєте 50, просто в темпі. 50, може, там з небольшим, да, тисяч гектарів на землі. А скільки людей? Людей працює около 2000 на постійній роботі. А з сезонниками це около 3000, 2900. Це значна, потужна команда, можна сказати. Який у вас найголовніший принцип формування кадрової політики? Ну, вони везде одинакові в бізнесі. Це аграрний бізнес, це не аграрний бізнес. Прежде всего, це професіоналізм. Тобто не повинно бути емоцій по відношенню к людям. Того люблю, того не люблю. У того там глаза такі чи не такі. Тут важливо робити свою роботу. Я ніколи не вольняю людей, якщо вони полезні. Якщо б вони по мені там... Я їм не обязан нравиться. Але якщо він робить свою роботу, я не маю права лишати його куска хліба. Якщо у мене немає каких-то вопросів професіональних к нему, і наоборот. Я говорю, ти дуже замечательний чоловік. Компанія росте, рости з компанії. Либо согласись на понижение. Вот. Тут не должно быть убрать все личное и только профессиональное чисто качество. Чисто работа. Да. У вас зернові культури, цукровий буряк, багато саме подібного плану. Знаю, що також ви хотіли, принаймні, створити біогазовий завод. Правда? Я не хотел, я его створил. Уже створили. Да, завод запускается. Сегодня там настраивается уже вся электроника. Программирование, и я думаю, в конце апреля, начале мая мы запустим. А что основного он даст вам? Ну, это такой, это и бизнес-проект, и имиджевый проект. Ну, это действительно уникальный проект. Это что... уникальное оборудование, потому что биогазовые заводы есть в Украине. Я тут не пионер, я не люблю быть первым в бизнесе. Говорят, я знаю, где хорошо быть первым, вернее, знал. Да. В остальном лучше быть. Да. Вот. Я вам скажу, что биогазовый позволит мне утилизировать отходы производства сахарного завода, при этом еще зарабатывать деньги. Ни для кого не секрет, что, в принципе, врожаї на ваших полях, вони дійсно хороші. Я не знаю, від чого це залежить більше, від там погодних умов чи якихось від інших факторів. Які прогнози на цей рік? Неутішительні. Наскільки? Запаси влаги дуже маленькі. Ну, все залежить, яка буде весна і літо. Но запаси влаги рекордно маленькі. І це по всій Україні, крім западної частини. Вже получше. Пропоную трішечки до особистого. Знаю, що ви захистили дисертацію. Чи ви плануєте займатися викладацькою діяльністю? Чи це особисто для себе? Ні. Чому? Я не планую. Ну, не було такої задачі. І не знаю. Я себе не бачу преподавателем. Це перше. Друге, чому дисертацію? Я вам розкажу, як це було. Це 2000... когда помаранчевые пришли. Четвертый год, да, по-моему. Угу. Вот. Свободное время было. Я занялся диссертацией. Бух час. Я привык, ну, знаете, говорят, будь занят, это лучшее средство от уныния. Да. И что, самостоятельно писали диссертацию? Нет, конечно. Допомагали? Ну, конечно, помогали. И зачем это нужно? Да. И...
незабаром. Диссертация у меня была. Опять же, каждый этап жизни, все, что ты делаешь, тебя знакомит с какими-то людьми интересными. А вот тогда вот. И плюс это открывает глаза на многие вещи, когда много говорили о административно-территориальной реформе, да, там, и еще чего-то. Я это знаю очень досконально. Это все было в диссертации. Для чего она нужна, как она должна проводиться. Незабаром місцеві вибори. Не можу не поговорити про це. Перше, чи плануєте ви йти особисто? І друге, якщо ні, кого плануєте підтримувати? Ну, я ніколи, я вже говорю політикам, у мене не було амбіції ніколи бути публічним чоловіком. І так. Ні. І ні. Да. Вот. Кого підтримувати? Ну, з того, кого я бачу на манежі. Нікого. Ну, я не бачу революційних людей. Человека, который может сделать какой-то прорыв. Ну, кто у нас может быть господарем нашего места? Не господар. Сегодня, когда все это, тут нужен новатор. Тут нужны новые инструменты. Или они не новые, но сегодня. Ну, смотрите, у меня в кейсе Европейский банк реконструкции и развития, Черноморский банк реконструкции и развития, переговоры с Мировым банком. Да? У меня огромные связи с политиками и не Украины даже. Да, там банкиры, которыми там есть Европейский банк, я в Лондоне общаюсь, там какие-то вопросы там его, да. Куча программ, и никто не пришел, давайте консорциум сделаем. Понимаете, там вот тоже мусоросжигание, утилизация, экологические, куча грантов. Понимаете? И нету человека, который это понимает и видит, как это сделать. Вот когда такой человек появится, я буду поддерживать. А сейчас, ну, я не вижу смысла, я не вижу человека, который бы сейчас все это... Вот я пришел, я знаю, как это. А латать трубы, тут же как бы эти хозяйственник нужен. То есть, ну, один будет латать, другой чуть лучше, третий чуть хуже. А звертаются, да, до вас политики за поддержкой? Конечно. Конечно, звертаются. На розгляді, так, це запитання. Слухайте, ну у вас великий бізнес, зрозуміло, в політику не йдете. Зазвичай, коли людина, наприклад, в Кропивницькому досягає якихось певних результатів, вона бажає більшого і хоче, наприклад, переїхати до столиці, до Києва. Чому ви навіть не розглядаєте цю можливість? Чому ви не хочете переїжджати? Поки я в лавці, у мене хорошо з бізнесом. Зрозуміло. Поки я уйду. Все під контролем, так має бути? Ну, знаете как, под контролем те люди, которые под у них под контролем, так скажем. Тим не менш, найголовніша інвестиція – інвестиція в наших дітей. Старший син Олег Тарасов, народний депутат. Ви часто бачитесь? Нет. По телефону говорим, бачимося не часто. Ну, у вас нормальні відносини такі? Да. Як зі старшим сином? Як отець-син, так. Найголовніша інвестиція, я вже сказала, в дітей. А от ваша особиста думка, яка найголовніша інвестиція в житті? Ну, давайте по дітях. Тобто, яка задача родителя? Задача родителя – дати можливість, а не нав'язати йому щось, ти займаєшся цим або вот цим. Понимаєте? І для того, щоб він займався тим, чим він хоче, його потрібно убрати із бізнесу, із... Да, там, или еще ярче, да. То есть в бизнесе он занимал, у него ключевую должность, на нем была вся доходная часть холдинга, он занимался реализацией продукции, у него специальность – это внешняя экономика. Вот, и по большому счету, но я не должен жить мою жизнь. Да. Він собі обрав шлях в парламент. Да, вот, иди в політику, иди еще куда-то там занимай, да, вот, я считаю, что да, вот, более того, он знает о проблемах аграрного сектора. Он автор и соавтор многих законов, которые мы там, я могу права рассказать, это с Краснодарского рада, да, то мы когда-то ее с Декуном, так это в 2014 году, он был первым зам Швайки, угу. Это министр сельского хозяйства, кто не знает, да. И вот так вот мы познакомились. Вот, я ему пожал руку, я говорю, на 5 лет я с тобой что-то контракт подписал. И мы вот создали этот бар. Ну, еще там несколько человек было, его друзей.
Ну, главным донором я был там. Вот. Он так и называет меня отец-создатель. Да. Вот. И потом я вот те проекты, которые я вижу, я уже не нужен. То есть я не хочу быть там, да, там как. То есть формально. Угу. То есть я понимаю, что это уже не нужно, все неинтересно. Я начинаю новый проект. Да. И вот я, извините, закончу, потому что я понимаю, формат у вас есть, да. Но это я подвожу к сыну. Сын знает проблемы аграрного сектора. Потому что мы бились годами, чтобы протолкнуть какие-то законы, касаемые аграрии. АВАР – это организация, которая, я говорю, вот, если ты соберешь вот этот средний бизнес, малый, да, ты получишь такого, ну, монстра в хорошем смысле слова, ты сможешь противодействовать холдингам. Потому что там они в парламенте лобби есть их, так. А малого-среднего лобби нету. Они, что делает холдинг? Создает свою какую-то общественную организацию, якобы он защищает мелких. На самом деле мы понимаем, что все якобы как принцип демократического централизма, да, снизу доверху. А малый средний бизнес вот залишается поза бортом. Вот они дают из своей структуры общественной, да, инициативу, и тут же ее голосуют. Соевые, вот эти ганебные соевые правки, которые до сих пор не скасованы. Где Олег там, по-моему, или автор, или соавтор. Я, честно говоря, даже не интересуюсь там этими вещами, так оно уже побежало без меня, и пусть себе бежит. Вот. И вот эти все законопроекты, там Иван Мирошниченко поддерживал в том парламенте, там вот, тот же антирейдерский закон. Или там закон в какой-то там еще там. Вот уравнять, вот борьба с этими черными фермерами. Серый бизнес. Да, он до сих пор законопроект в парламенте, в комитете, вернее, лежит. Разведается. Да? Разведается, да. Потому что затянулись эти земельные реформы и прочее, прочее. Надеюсь, что он будет принят. У вас багато людей оточує. Деяким ви допомагаєте, ну це ні для кого не секрет. І військовим допомагаєте місіями окремими, і благодійні проєкти навіть музикантам, там творчі фестивалі, таке все. Тобто є ця хороша якість у вас. Але чи буває таке, коли ви залишаєтесь одні і відчуваєте себе самотнім? Не помню. Я же говорю, будь занят. Это лучшее средство от уныния. Кто это сказал, не помню, но вот фраза мне нравится. Яким момент був у вашому житті найважчим? Так много. Ну, вспоминается всегда первый, 2002 год, когда я первый сохрану взял. Вернее, я ее не взял, мне пришел Владимир Владимирович Подкурган, и Царство Небесное, ему, да, был начальником УВОС. И подпиши договор, ну, подпишите договор, и мне «Сокол» дали. Это у меня сжимали завод «Москвичи». Угу. Но с тех пор я в охране, потому что у меня постоянно какие-то там. Вот, если, допустим... Ну, у вас есть охрана фирма. Много вещей происходит, и ты не знаешь, что они происходят, туда называют твое имя. Ты даже не знаешь, что где-то конфликт, а тобой там, а твое имя там звучит. Да. Чи є розрадою в вашому житті жінка? Мне кажется, мужчина так устроен. Вообще все, что мы делаем, это ради женщин. Мы хотим выглядеть лучше, чем мы есть. Мы хотим показаться более достойными, более все. Вот, знаете, как вот... А от яке місце жінка займає в вашому житті? Ну, и вы знаете, я никогда не задавался такой вопрос. Во-первых, вообще люди занимают огромное место. Друзья, та же женщина там, или женщины. Ну, мне трудно, я не знаю, честно говоря, я не задумывался. Надо переосмыслить, вернее, задуматься и дать ответ на этот. А от на що готові заради жінки? Ну все. Ради сім'ї, ради друзей, да, которых мало. Ну, практически на все. Ну, на що готов мужчина? Вообще, знаете, вот женщине проще. Чому? Если вы говорите вообще. Потому что красота, она либо есть, либо ее нет.
Немає, она, зробив. Она мужчинам, да, нужно все время показывать или доказывать свою состоятельность, свою там, мощь. Все свои качества, да. Синтезатор чи фортепіано? Ну, что такое синтезатор? Это инструмент, который имитирует другие инструменты. Так. Ну, там, ладно, то, що, ну, не знаю. На чому частіше ви граєте? Ну, фортепіано, конечно. Фортепіано. Ну, да. Я знаю, що ви, чи правда це, по-перше, на даху вашого офісу часто робите такі тусовки творчі. Це дуже закрито. Закрито. Дуже, да, це дуже лично. Ну, творчі вечори є. І це не часто, да. У мене дійсно там є така територія, куди тільки от... Своїх свої, да, от. И у меня много друзей, которые музыканты. Вот, и... Какие песни спеваете, какую музыку играете? Хорошую, правильно. Джаз? Разную. Ну, это такое, я бы не хотел об этом говорить. Это узкий круг людей, которые там приезжают ко мне друзья, мы садимся там и каким-то образом... Это... Надихаєтесь. Это да. Я маю на увазі... Это отвлекает от постоянной, каждодневной обыденности рабочей. Маю на увазі, яку ви особисто музику любите слухати, що ви любите грати? Музика... Нет плохой музыки, вся музыка хороша. Если вы о направлениях. А що для вас музыка? Не то, что я люблю джаз, это понятно. Я езжу на фестивали, я езжу там от... Ну, лучший джазовый фестиваль, это Монтрё, каждый год, да, я бываю там. Всех, кого я, кто был моими кумирами, остались живы, я всех видел. Всех буквально, от Бенсона, там, Карлоса Сантана, там. Меломан просто. Да, я ездил на концерты специально, вот, там, скажем, концерт такой-то, в таком-то месте, в такой-то стране. Да, тут же билет. Сейчас же все просто интернет. Купил билет, поехал, послушал, посмотрел. Прилетел, послушал, посмотрел, получил удовольствие и уехал. Вы часто особисто сідаєте за фортепиано чи синтезатор? И для себя прямо граєте чи для когось? Прямо как у Хазанова, знаете? Да, ваш сын там, что он говорит? Курит, да. Когда пьет. Пьет, когда в карты проигрывает. Часто. Что такое часто? Не каждый день. Ну, когда я натхнение, мабуть. Ну, когда вот приходят Порой. Друзья, если есть время, когда обстановка располагает. Вот, конечно, там садимся, потом заканчивается музицирование. Я уже мрію, якщо чесно, Или почути. Или потом переходит музицирование, да. Мрію почути, як ви граєте. Бліц, готові? Давайте. Ранкова кава чи чай? Кава. Бились за дівчину? За женщин драться, если не считать один раз 16 лет, нет. Потому что это уже не близ получится, да? Вы можете говорить разгорнуто? Значит, это бессмысленно, я считаю. Единственный способ, чтобы женщина была твоей, были для нее самым лучшим мужчиной. А драка, она ни к чему хорошему не приведет, кроме того, что ты себя унизишь. Мудрость, до якої, мабуть, ви прийшли руками. Дополню, что твое, что не твое, твоим не станет, а что твое, тебя никуда не денется. Так вот есть. Улюблена марка автомобиля? Ну, я всегда, когда я без водителя был, я всегда ездил на кубиках, у меня так кубики, это самое. Это легковая машина такая, в смысле, седан, это какой водитель себе выберет. Когда, кто Мерседес любит, кто Ауди, тут все... У меня водитель Ауди любит, у меня Ауди. Який найдорожчий подарунок, що ви робили жінці? В матеріальному плані? Или то саме? Если мужчина передал свои гены, и ребенок напоминает всегда напоминает о этом мужчине, она видит в ребенке, то, что она любит, я считаю, да, и радует это ее. Про що зазвичай думаєте перед сном? Упав і вирубився. Який там думати? Улюблений колір очей? Ой, це я...
Я не обращаю внимания. Важно, что в этих глазах, а не какого они цвета. Вот я сейчас на вас посмотрел и увидел, что они карие. Так. А до этого я не обратил бы внимания. Улюблена домашня страва. О, я так много всего люблю домашнє. Наприклад. Я бажаю, я завжди говорю, що от хороша хазяйка, вкусний борщ, картошку жарить. Справжній тоже. Український чоловік. Да, борщ, я люблю борщ. Бізнес, політика чи родина? Знаєте, примітивну форму щастя. Когда тебя дома тянет на работу, а на работе домой. Ну, это вся жизнь. И одно от другого отделять, ты уже неполноценно живешь. А вы счастливы зараз от того, что вы маете? Конечно, счастливы. Я вообще... Дело не в том, сколько ты имеешь. Вопрос, как ты этим пользуешься. Ведь можно иметь много. Вот счастье, вот я там... Даже вот если ты делаешь другу подарок, ты счастлив. Потому что дарить так же приятно, как и получать подарок. Вот если ты смог там реализовать проект, ты счастлив, ленточку перерезаешь. Да, потратил деньги с толком. Вот. Счастье – это ощущение, это не что ты чувствуешь. Ви знаєте, я вам бажаю, щоб поруч з вами були лише вдячні люди, які дійсно цінують те, що вони мають можливість з вами спілкуватись, тому що ви… Я не можу сказати, що це комплімент, але ви досить неординарна людина, яка пішла своїм шляхом і своїми руками себе зробила. Я вам бажаю тільки успіху. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.